nigga, I gonna swim me now. Play and I'm old, threaten me now. Ну что, ребят, поехали, покатаемся немного, послушаем треки. Но эту игру я помню, мы в клубе в нее играли по сети. Это знаете, ой. Тот момент, когда уже во все переиграли в CS, Warcraft, в Half-Life. Ну что дальше, под конец ночи, например, оставался там. Оставался часик, а давай в NFS, а погнали. На чё тормозить, ребят, кто помнит? Кто первый? Я. А почему? Потому что здесь не место для наших неудачников. Это же круг. А, не, вон. А сбить её можно? Ну, я думаю, все пытались. Ну, ладно. Это что там? Там кто-то сверху, постер, знакомое лицо. Катя Самбука. О! Давайте начнем. Начнем с малого. Так, и боковые бампера нужны. Обтекатели. Да, вот так тачка уже неплохо будет выглядеть. Село стайл. Да сами вы село стайл. Надо же с чего-то подниматься. Вон село стайл стоит. Смотрите. А у меня уже с бампером, с обтекателями. Село ставил! Чё не едет тачка? Один круг всего, лол. Только нет! Экраны, блин, чё экраны ломают? Ай, ну ладно, из-за экрана придется это заново. Ну погнали, король дрифта. Блин, он вообще так быстро не едет. Чё им слишком медленно-то? Никогда этого не делали. Давайте без смехуечку с ней. Никогда не делал. Карл и Длирт, они делают больше очков, чем я. Я не знаю, как это делать. Я играл Need for Speed Porsche, там не надо было дрифтовать, там надо было приезжать первым. Так, ну я хочу еще раз попробовать. Чё, как дела, ребята? Как дела? Где ваши очки? Не вижу ваших очков. Я уже набил в два раза больше, чем в прошлой игре. Что случилось со мной? Меня укусил какой-то король дрифта. Чё такое? Чё? Досрочный, что ли? Ой, домой! Спасибо, спасибо! Вот ты! Мало особенно спасибо. Во, прорыв. Ну уже серьезнее, ребята, уже серьезнее, тачка. Сами мы колхоз стайл, это лучшее, что было. Это лучшее, что было. Да какую кнопку скорость-то? Зачем я вилять начал, ё-моё? Как этот парень на желтой машине так далеко уехал? Посадец, а? А на синем надо нажимать? Как он так прёт? Двигатель, только не выйди из строя. Ну я должен догонять его, ну алё. Какое второе место, это не считается.
Второе место для лохов, для неудачников. Безупречно. Безупречно, и я еду последний. В чем безупречность тогда? Как он так прет? О, не-не-не, нормально, дави! Дави его! И где ты теперь, щенок? Где ты? Где? Сзади! Ха, лошара! О, эти-то вообще далеко. Изи. Блин, они на трандулетах лохи со мной едут. Давай домой. О! Фу! Что это такое вообще? С кем меня поставили в одну обойму? Что это за люди вообще? Иди помидоры бабушке помогай развозить на своей тачке, слышишь? А тут нормальные гонщики. Тихо-тихо, немного стиля, немного стиля. Ну так, все воткнулись. Нормально. Главное правило, ребят, Need for Speed, не убирать палец со стрелочки вперед. Иначе лох. Блин, а этот парень-то неплох, он прям... НЕЕ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 Е
Нет! Нет! Я не должен ехать эту гонку заново! Нет! Нет! Стой, цыпленок, стой! Я его сделал на повороте. Я это педрил на повороте, сделаю. Без стиля в этот раз. Стой! Стой, педрила, стой! Нет! Я шел первый, я заскучал уже, блин. Я уже заскучал. Это я победил, ребята. Ему повезло. Ну хоть кто-нибудь. Оп! А в этот раз я это дерево прошел. Что теперь скажешь? Где теперь я должен засраться? А? Я так идеально шел! Нормально, нормально. Главное не в конце. Главное не в конце. Мужики, подождите, я не хочу выбывать так рано. Позор. Гонщика моего уровня. Нет! О, газу, газу, газу! Саня, ну! Мне тачка говно, я понял. Ты что делаешь, слышь ты? Сынок. Пошел в жопу. Нет! Что ты, сука, делаешь? Нет! Но это что? Что это? И ты еще меня! Что я должен был сделать в этой ситуации, а? А? Я с закрытыми глазами могу доехать со временем.
ну... А, музыка не дает дослушать. Да, кто тебе... Кто, да, я. Отлично.